На этой грядке у меня полное безобразие. Не хватило у меня времени и желания на эту грядку пропалывать вовремя. А потом уже, когда сорняки поднялись, уже выдирать их нельзя, потому что можно повредить корневую систему арбуза. Лучше всего оставить как есть, ну и надеяться, что арбузики все-таки прорастут и вырастут. И арбузиков здесь много. Здесь находятся арбузики порционные, которые я собирала, семена собирала в прошлом году с гибрида, сорт лимончелло. Арбузиков завязалось много. Сейчас я сорву какой-нибудь, попробую. В общем, боялась, что из гибрида не получатся никакие арбузы, но на удивление арбузов много выросло. И у меня здесь не хватало даже шланга дотянуться, грядка дальняя, поэтому поливала издалека очень мало. Может быть, поэтому арбузики такие небольшие получились. Может быть, если поливать побольше, то они и побольше вырастут, но арбузиков много. Прямо в траве надо искать. Я вот почистила некоторую траву, так примяла. Арбузиков много. Сейчас проверим, какой-нибудь сорвем. Арбузики поспели, уже вот сухие у них усики. Поэтому срываем и пробуем. Арбуз треснул у меня. Как и все переспевшие арбузы, разрезать невозможно. Кожица у него тонкая. И поэтому он прям ломается, не режется. Получаются вот такие кусочки. Неудобно, конечно, но несмотря на то, что семечки какие-то не очень, много недоразвитых семечек таких, семечки не очень темные, арбуз, конечно, спелый, вкусный, сладкий получился. Ну, они маленькие, поэтому быстро созревают. Я думаю, что для выращивания арбузов в каких-то неблагоприятных условиях вот такого размера арбузики очень хорошо подходят.